После смерти Павла я опять остался один. Я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман. Человек? Но как? Ладно, давай сюда, быстрее! В этих туннелях человека не часто встретишь. Поговори-ка с капитаном. Мы тут, знаешь, по... Я не знаю, какого черта ты сюда забрался, парень. Но лишние бойцы нам не помешают. Проход на станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация. Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. Наш отряд зовется... Дети подземелья. Друзья, мы должны продержаться еще несколько минут. Не буду врать, это будет трудный бой. Но подумайте о ваших семьях, которые остались на станции. Каждый монстр, который прорвется через линию нашей обороны, попадет прямо туда, туда! Где ваши жены и дети. И он их не пощадит. Мы не имеем права проиграть этот бой. Чувствуешь? Они на подходе. Это спокойно, без паники. Чудесный день сегодня. Скучать не приходится. Дьявол! Черт! Проклятие! Нам конец. Бодрячком, пацанчики. Бодрячком. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощад никто не желает.
Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить полис. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень, ты должен найти нашу радиостанцию, установить связь с полисом и поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка.